Начинается в 17 часов с торжественного открытия чемпионата России. В 17 часов. Затем утешительные и финальные встречи и награждение сильнейших борцов двух весовых категорий. Взвешивание сегодня начинается в 15 часов медицинский контроль и в 16 часов 4 часа дня взвешивание. А, есть. Секундант Татарстана, займите свое место. Клим Горохов, красном трико, мастер спорта, в синем трико, Осип Михайлов, мастер спорта международного класса. Оба представляют Республику Саха-Якутия. Ковер, а уже первый период закончился без технических действий и клич по жребию. Судья вытащил шар борца в синем трико, который выиграл сейчас 1 балл и вместе с этим и первый период. Okay.
период также закончился без технических действий, и опять синий шар по жребию. Право захвата достается Михайлову. Алексей Данилов, приятель. Меня зовут. Очень хорошо.